Никарагуа – самая истерзанная американцами страна Центральной Америки, да и не только Центральной Америки, а всей Латинской Америки. 1911-12 года начинается интервенция США, военная. И начинают устанавливать свои порядки. Они высаживают десант, и с 1910 года по 1933 год, вот, пожалуйста, 23 года, страна оккупирована американцами. И вот такой маленький совершенно никарагуанский человечек, физически маленький, а морально гигант и политически, генерал партизанский Аугусто Сесар Сандино, начинает войну против американцев, забравшись в глухую сельву. И он воевал против них 7 лет, с 27 по 33 год. И ничего они с ним сделать не могли, потому что все население его поддерживало. А у него было только одно требование – пусть американцы уберутся с нашей родины. За Сандино закрепилось гордое прозвище – генерал свободных людей. Именно за это его люто ненавидели американцы. Им нужна была не свободная Никарагуа, а еще одна банановая республика, где они могли бы безраздельно хозяйничать. Они бросили против армии Сандино всю свою военную мощь, включая авиацию, которая устраивала настоящую охоту за крестьянскими отрядами. Побережье страны постоянно блокировало 27 эсминцев Янки. В партизанских районах американцы впервые применили тактику выжженной земли. За малейшее подозрение в сочувствии к повстанцам людей расстреливали или отрубали им руки, чтобы они не могли держать оружие. Но ничто не помогало. Сандино провозгласил: «Лучше умереть в борьбе, чем жить в рабстве». Его армия росла и одерживала над американцами одну победу за другой. Он их долбал как угодно, где угодно. Американцы стали бояться никарагуанцев. Поняли, что дело пахнет уже для них полным поражением. Сделать они ничего не могли, хотя авиацию даже применяли. Все. И в 1933 году они уходят из Никарагуа. Подписывают соответствующее соглашение вот с этим маленьким Сандино, который дал им этой революции. Но уходя, они оставляют вот эту страшную мину. Они создали марионеточные войска и поставили во главе своего агента Самосу, Анастасио Самоса. И вот как только американцы отплыли из Никарагуа, Сандино, наивный совершенно партизан, неопытный политический человек, приезжает из этой глухой, значит, сельвы тропической в столицу, в Манагуа, встречают его ликующие толпы, а буквально через несколько дней Самоса, оставленный во главе вот этой национальной гвардии, захватывает просто самым черным образом на улице, в автомобиле арестовывает Сандино, тут же его отвозят в район аэропорта и убивают, расстреливают вместе с двумя еще генералами. Так что Сандино остался как живой символ борьбы никарагуанского народа за свою национальную независимость. Там социального содержания никакого не было в его движении. Сандино стал для всех никарагуанцев символом безоглядного мужества и готовности умереть за свободу и независимость родины. И не раз с его именем на устах народ маленькой страны выступал против жесточайшего диктаторского режима, поддерживаемого США. Никарагуа. Более 40 лет это государство Латинской Америки находится под гнетом кровавой диктатуры семейства Самосы, поддерживаемой американским империализмом. Клану Самосы принадлежит треть богатств страны. Это был режим, при котором, естественно, существовала частная собственность и какие-то правовые основы, но все определялось кланом диктатора и приближенных. То есть до 80% собственности в руках диктатора и его национальных гвардейцев. То есть режим, хотя по форме был гражданский, даже какие-то там выборы проводились, но все на самом деле это была классическая такая традиционная латиноамериканская диктатура. Абсолютно антисоциальный режим. Чтобы этот режим подумал о людях, о их месте работы, о том, чтобы они зарабатывали для своих детей, чтобы там были школы, не говоря о детсадах. Это просто немыслимые вещи, политические права, их тоже не было. Анастасио Самоса, тиран и убийца 20 века.
сын Сомоса Старшего, про которого один из американских президентов сказал: «Я согласен, что это сукин сын, но не забывайте, он наш сукин сын». Я никогда не покину Никарагуа, так как подавляющее большинство народа поддерживает меня, говорил последний Сомоса. У старшего Сомосы было два сына – Луис и Анастасио. После того, как их отец в 1956 году был убит революционером, братья 10 лет спорили, кому из них быть президентом. Кончилось все в январе 1967 года, когда пьяный Анастасио позвонил брату и всерьез сказал, что в США произошел коммунистический переворот. Луис не выдержал такого потрясения и замертво упал у телефона. Так на долгие 22 года Анастасио Сомоса-младший стал полновластным хозяином страны. Восстания в Никарагуа сыпались против Сомосы непрерывно в течение и 40-х, и 50-х, и 60-х годов. Там было несколько попыток поднять восстание. Сандинисты были, как бы так сказать, последним и завершающим этапом. Даниэль Ортега, профессиональный революционер, 7 лет провел в тюремных застенках Сомосы. Лидер Сандинистского фронта национального освобождения, взявшего на себя основную тяжесть вооруженной борьбы против диктаторского режима. Как-то в тюрьме Даниэль Ортега написал грустное стихотворение «Я не был в Манагуа, когда мини-юбки были в моде». Оказываясь на свободе, он продолжал борьбу и со временем стал признанным лидером сандинистов. Основная идея движения сандинизма была Никарагуа для никарагуанцев, никого больше. То есть ни американцев, ни англичан, ни французов, ни русских, там, естественно, тогда еще об этом не было речи. То есть никого, это страна для никарагуанцев. Вот. А революционеры вот этих 70-х, 60-х, 70-х годов, они взяли имя Сандина как символ. Символ любви к родине, символ патриотизма, по сути дела. К тому времени, когда сандинисты развертывали свою эту вооруженную борьбу, их поддерживали там транспортники, учителя забастовками, в общем, это общенациональное восстание, явно назревало, в это время в Белом доме сидел Картер. И Картер ищет пути, как реформистским путем, эволюционным, не допустить того, чтобы страна взорвалась. И его команда начинает раздумывать над тем, как убирать Сомосу. Сгущались тучи над диктатором и внутри страны. С 1977 года сандинисты развернули стратегическое наступление. Они нападали на казармы Национальной гвардии, даже захватили на время президентский дворец с десятками заложников. Одно за другим следовали восстания в городах. Авиация Сомосы бомбила кварталы бедноты, каратели дотла сжигали целые деревни, а военные трибуналы по всей стране выносили смертные приговоры по ускоренной процедуре. Но остановить повстанцев уже не могло ничто. Штаты прекратили еще в начале 79 года какую бы то ни было помощь режиму Сомосы. А после этого все уже дипломатические представители Картер недвусмысленно говорили Сомосе, что он должен уйти. В Москве за событиями в Никарагуа следили в полглаза, хватало других проблем. Однако в условиях глобального противостояния с США все антиамериканское вызывало в Кремле заведомую симпатию. Тем более, что ареной драматических событий стал регион, традиционно считавшийся мягким подбрюшьем Соединенных Штатов. Сандинистскую революцию наше ведомство, конечно, отслеживало. Мы знали, что там происходит, следили за этим. И если бы Советский Союз был мощной, процветающей державой, то революции подобного рода в геополитическом плане были бы великим подарком такой стране. К этому времени, 79-й год, у нас уже дряхлеющее, стареющее руководство и стагнация, и Старая площадь совершенно не была заинтересована в том, чтобы умножать количество такого рода режимов. А мы уже к этому времени Африкой были сыты, социалистическими режимами там по уши, то каждая новая революция скорее не радовала, а пугала партийное руководство на Старой площади.
И тем не менее, верный принципу поддержки национально-освободительных движений во всем мире, Кремль считал необходимым по крайней мере держать в поле своего зрения происходившее в Никарагуа. Мы, конечно, не участвовали в подготовке непосредственно там партизанского движения, в организации его. Хотя люди у нас там свои такие на небольших должностях были. Это не означает, что мы ей руководили, этой революцией сандинистской, никоим образом. Конечно, это была самостоятельная, аутоктонная, как говорят они, своя собственная революция. Но знать о ней мы знали. На этих кадрах, снятых совсем недавно, вы видите бои между отрядами Фронта национального освобождения имени Сандино и Национальной гвардией диктатора Сомосы. Будучи не в силах сдержать нараставшие выступления против прогнившего режима, головорезы Сомосы прибегли к кровавым репрессиям против мирных жителей. Они обстреливали ракетами и бомбили густонаселенные жилые кварталы бедноты. Все дома были разрушены прямым попаданием авиационных бомб. Я еще спрашивал, неужели такой точностью обладали вот эти самосовские летчики? Они говорят, да нет, что вы. Они говорят, бомбили с вертолетов. Вот подлетят, зависнут метров на 100, а у нас оружия-то никакого, кроме малокалиберных винтовок и пистолетов, не было. Ребята кидают бомбу и взрывается дом там или что угодно. Поэтому разрушения были чудовищные. Но женщина там мне рассказывала, что говорит, ну мы не могли против этих гадов-вертолетчиков ничем бороться. Мы, говорит, зеркала на них направляли, зайчики вот солнечные ловили, чтобы ослепить. Потому что, иначе, говорит, ну что, по детям бьют, по домам бьют. Поэтому, конечно, ненависть у них была и к американцам огромная, потому что, ну, а кто ж, все вооружение, все вертолеты, все самолеты, все же было американское. Представляете, с 1933 значит, по 1979 год – это 45 лет диктатуры жесточайшей, кровавой, которая вообще не щадила своих политических противников. И когда мне показывали, например, потом жерла вулканов, а там Манагуа – столица, она окружена вулканами, и меня подвозили к вулкану, в котором можно заглядывать в кратер, и ты видишь клокочущую магму. И мне говорили, что вот Сомоса привозил своих противников на вертолетах, и оттуда их спокойно сбрасывали прямо в магму. То есть ни следов, ничего не остается. Второй вариант был, это сбрасывали акулам в Карибском море, и там тоже пожирали, так что ничего от людей не оставалось. Сейчас вся страна восстала против ненавистного режима. Диктатор Сомоса, опираясь на свою национальную гвардию и отряды иностранных наемников, пытается подавить народное восстание. События в Никарагуа приобретали лавинообразный характер. В 1979 году уже вся страна стала ареной боев. К этому времени фронт освобождения имени Сандино полностью овладел инициативой. Повстанцы захватывали все новые города и села, под их контролем оказалась большая часть страны. Никакие репрессии и карательные меры со стороны 15-тысячной национальной гвардии Сомосы, обученной и вооруженной американцами, не могли остановить разрастание вооруженной борьбы. Наконец, весной 1979 года партизаны тремя колоннами начали генеральное наступление на столицу Манагуа. 17 июля Сомоса бежал из страны, но национальные гвардейцы сопротивлялись еще два дня. 19 июля сандинистская революция победила полностью и окончательно. Оставшиеся в живых сторонники Сомосы сдавались и складывали оружие. К власти пришла правительственная хунта национальной реконструкции, сформированная из представителей всех патриотических сил. Победу никарагуанской революции приветствовали во всем мире. Десятки стран сразу же признали новую власть. А в Никарагуа целую неделю длилось всеобщее ликование. После победы революции это был... Это был восторг какой-то. В этом самом... Около меня постоянно крутились бойцы. Они видели во мне какого-то
какого-то сверхчеловека с какой-то далекой звезды. Нас они видели, естественно, спасители, поэтому отношение к нам было на редкость хорошее, на редкость теплое. После победы революции никарагуанцы впервые за долгие десятилетия диктатуры и иностранного засилья смогли полной грудью вдохнуть воздух свободы. Все население страны от мала до велика было в те дни буквально наэлектризовано торжеством и весельем. Причем они тощие, только что вышли из тропических лесов. Вот у них на шее, так сказать, болтается, у кого крест, у кого какой-то медальон с Сандино, скажем. Но глазища горят совершенно лучами, как будто прожектора. Они улыбаются во весь рот. Разношерстность мундиров, шляп, нарукавных повязок. Это такое обилие, что ты думаешь вообще, что такой пестрый какой-то воинский карнавал. Пожалуй, даже не нужно было знать испанский язык, чтобы суметь прочесть в каждой улыбке, в каждой паре глаз только одно – мы победили. Когда революция победила, ее называли «сопливая революция», потому что основная масса, не эти самые лидеры, не команданты, это были подростки. Подростки с этими самыми автоматами. И она была и осталась очень молодой страной. Там все равно порядка 38% населения – это люди до 15 лет. Каждую страну, когда видишь ее после победы революции, ее нельзя забыть просто. У нее совершенно другой аромат, как у свежевыпеченного хлеба, так и у хлеба, уже полежавшего несколько дней. Самоса бежала из страны, сандинисты входят в Манагуа, и начинается то, что было во всех прочих регионах мира. То есть начинается вот известная нам модель построения революционно-демократического государства с упором на силовые структуры. Там у них вся власть у полицейских. Полицейские все решали. Там же у них советов нету, никого нету. Полицейские и военные. И вот они царь, бог и воинский начальник. Томас Борхе, член национального руководства, один из основателей Сандинистского фронта. Весь наш народ должен быть так или иначе организован. В народную милицию, в комитеты защиты революции, в сандинистские организации женщин и молодежи. И вы, товарищи, находясь на службе в армии, должны быть всегда готовы защищать нашу родину и нашу революцию, а также достижения, которых мы добились ценой огромных жертв и крови. Потому что все, что мы делаем здесь, в Никарагуа, тесно связано с развитием революции во всей Латинской Америке. Сам пример сандинистской революции, он же всколыхнул другие страны Центральной Америки. Ведь это под влиянием сандинистской революции вспыхнуло другое партизанское движение в Сальвадоре. В 80-м году, в 79-м году победа здесь, в Никарагуа, и начинается движение там. И все те же проблемы сразу нависают над Кремлем, над нашим. Надо помочь. А чем? А как? Да еще к тому же, все-таки это была эпоха Брежнева. И сам тезис мирного сосуществования еще не выветрился. Мы еще до сих пор никак не можем понять, что никто с нами особенно мирно сосуществовать и не собирается. То есть говорить об этом можно, но на деле-то ведь никто не собирается. Все делают свои дела. То есть сильный укрепляется, слабый наращивает мышцы. В каждом квартале создавались комитеты сандинистской защиты. Так же, как и на Кубе. Эти комитеты, от них
зависело, получит человек там пайку продовольствия или не получит. То есть это были органы тайной полиции, с самого начала создавались. Были созданы сандинистские профсоюзы, были созданы сандинистская ассоциация сельских трудящихся, сандинистские женщины, сандинистская молодежь. И вся страна была покрыта вот этой самой сеткой. Входишь в кабинет к сандинистам, скажем, а у них была строжайшая дисциплина, как часто бывает во время революции таких, вот, висит объявление. «Дорогой товарищ, мы потеряли 45 лет нашей истории. Нам надо наверстывать. Будь краток». Думаю, ну, прочитаю, думаю, буду кратким. Я сажусь и говорю, я буду точно следовать вашим инструкциям, которые висят на двери. Он говорит, вас это не касается. И вот мы по 3-4 часа, значит, они расспрашивают о нас, я, естественно, расспрашиваю их о них. Поначалу у них было сильно коллегиальное руководство. То есть возглавляла все сандинистская девятка. 9 команданты. Ну, я всех знал, всю девятку сандинистскую. Знал, конечно, и Даниэля Ортега, и Умберто Ортега. Они были разные все, вся девятка разная. Умберто, он, конечно, сугубо военный человек. Он и потом у них всю жизнь был министром обороны. Вот у него главное – это вооружение, военное строительство. И он прямо политически был значительно более ограниченным человеком. Вот. Остальные, каждый по своей специальности, кто-то из них был поэтом, так вот, как Генри Руис, писателем. У них, естественно, был склад такой, ну, как бы информационно-пропагандистский, идеологический фронт работы подходил больше. Наиболее сильное впечатление производил, конечно, Даниэль Ортега. Он очень был требователен, и, я бы сказал, обладал высоким качеством такого вот именно патриота, никарагуанца, который, несмотря на все симпатии к нам, может себя повести с достоинством, а не с подобострастием. В Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев встретился с членом национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения, координатором руководящего совета правительства национального возрождения, команданта революции Даниэлем Ортегой Сааведрой, главой государственной делегации Республики Никарагуа, находившейся в СССР с официальным дружественным визитом. Леонид Ильич Брежнев и Даниэль Ортега высказали удовлетворение успешным развитием отношений между двумя странами, обоюдное стремление к их дальнейшему укреплению. Я в ЦК КПСС, извините, ругался матом, потому что я говорил, вы что, там ждут хоть что-нибудь? Пошлите туда, я не знаю, там 10 скорых помощей. Пусть они едут, кому-то чем-то помогают, хотя бы этим. Пустое дело. Советский Союз, наше руководство, оно с таким скрипом шло на развитие отношений с Никарагуа, что было очевидно, что дело это будет практически дохлое. Мертвую. Скажем, мы не могли очень долго наскрести даже самый минимум нефти, который надо было поставить в эту страну. В течение года Никарагуа потребляла всего лишь 500 000 тонн нефти. Это примерно было равно, ну, если мы добывали тогда 600 миллионов, то это была 1/1200 часть нашей добычи. Продукты питания, которые могли бы понадобиться, обмундирование для армии, ткани, ботинки, ничего этого не было. Транспортные средства, потому что все было разрушено. С энергетикой все время была напряженка. Одним словом, наши экономические отношения были то, что называется, узким горлышком бутылки. Политически, пожалуйста, сколько хотите, можно развиваться. Сколько угодно можно поддерживать друг друга декларациями, заявлениями. В прессе, там, в ООН, где угодно. Но ведь, как говорят, из политики шубу не сожьешь. Надо же строить на здоровой основе. Лучшими друзьями сандинистской власти стали кубинцы во главе с Фиделем Кастро. И неудивительно, ведь два народа объединяло многое. Общий язык, культура, религия, темперамент, менталитет. Сандинисты всегда пользовались поддержкой и морально-политической, и не только морально-политической. ЦК Компартии Кубы, и был отдел, который ведал революциями.
будущими в кубинском ЦК. Кубинцы во всех странах Латинской Америки, конечно, давали фору всегда советским представителям, безусловно. То есть они были ближе, они лучше знали, они, если хотите, так сказать, сердечнее понимали проблемы этих стран. Там что ж у них, религия одна, язык один, обычаи одни, характер, менталитет примерно одинаковый. Иногда вы можете их и не различить. На торжества прибыли делегации более 30 государств. Среди гостей первый секретарь ЦК Компартии Кубы, председатель Государственного совета и Совета министров республики Фидель Кастро. За короткий срок в стране осуществлен ряд важных социально-экономических преобразований. Проделана значительная работа по восстановлению разрушенной экономики. Приняты меры по защите завоевания революции. На главной площади состоялся парад войск. Развивались военные отношения. Естественно, сандинисты поставили вопрос об обеспечении их оружия. Оружие, которое было у Самоса, ну, во-первых, его было не так уж и много, потому что у него была профессиональная армия, национальная гвардия. Во-вторых, масса этого оружия была уже перебита, искалечена в ходе достаточно длительной гражданской войны. Другая часть, скажем, самолеты, в Сандии эти самые самосисты угнали просто за пределы. Улетели на этих самолетах в сопредельные латиноамериканские страны и там сдали, скажем, в Гондурас. То есть там ничего не было. Практически с первого же года кругом враги. США, естественно, противник всяких революций. Значит, что надо делать? Заниматься милитаризацией страны. И практически вот эта милитаризация с 80-го года пошла бурным ходом. Наши военные традиционно, когда речь шла о помощи вот слаборазвитым странам, садились и начинали, значит, высчитывать и формировать эту помощь по классической схеме создания регулярной армии. То есть полки, дивизионы, дивизии. Так, сколько понадобится для этого артиллерийских установок, там, танков и прочего, прочего, прочего. А жизнь вообще скоро показала, что им такая армия, в общем-то, и не нужна. Надо было бы, конечно, поставлять чего больше? Вертолетов, машин с повышенной проходимостью в тропических джунглях, в тяжелых, так сказать, условиях, каменистые почвы иногда, или преодолевать водные преграды, амфибий надо было много поставлять. Прежде всего, конечно, вертолетная техника, которая могла бы и боевую поддержку оказывать, и транспортные услуги давать. Нужны были, конечно, быстроходные мощные катера, которые могли бы и вооруженные, которые могли бы прикрыть побережье. У нас ничего этого не было. То есть все было, но в таком напряге, что дать и обеспечить ими вот, сандинистов мы, конечно, не могли. А танки, которые мы послали туда, бронетранспортеры, чего у нас, в общем-то, было много. Иногда это было, так сказать, оружие, вооружение, бывшее уже в употреблении. В партизанских условиях, вот, в борьбе против бандитов, они бессмысленны и неуклюжи. Буквально с первого дня после победы революции никарагуанцам пришлось отстаивать ее с оружием в руках. Сначала против несмирившихся сторонников Самосы, надеявшихся вернуть прежние порядки. А с приходом к власти в США президента Рейгана, который воспринял события в Никарагуа едва ли не как личный вызов, уже Вашингтон стал прикладывать неимоверные усилия для свержения сандинистов. Где-то месяца через три после прихода в Белый дом принимается специальная резолюция, план тайных операций против Никарагуа. И, соответственно, начинаются качаться, во-первых, деньги для недобитой еще оппозиции сандинистам, а с другой стороны уже ЦРУшники начинают заниматься своим обычным делом. Идет милитаризация пограничного Гондураса, начинают создавать эти отряды «Контрас», развязывается уже вооруженный конфликт. Они столкнулись сразу с организованной американцами вот этой партизанской войной. Война «Контрас». Это война в джунглях, это война на коммуникациях, это война на морских рейдах и так далее. К этому не готовы были ни Советский Союз,
ни наша военная техника, ни наше, собственно, знание. Однако сандинисты доказали, что порой они вполне могут обходиться и без посторонней помощи. После победы революционный трибунал страны приговорил к смерти экс-диктатора Сомосу, который инкогнито жил в Парагвае, передвигаясь только в бронированной машине с затемненными стеклами и под усиленной охраной. Однако это его не спасло. Выстрелом из базуки буквально снесло крышу его лимузина. Сомоса погиб, лишь на год пережив свой режим, а стрелявших так и не нашли. Тем временем Москва все же начала изыскивать возможности оказания помощи революционной республике. Помимо прочего, в Никарагуа были направлены советские специалисты самых разных профессий, от врачей до энергетиков. И по традиции в числе первых в Манагуа прибыла группа военных советников из СССР. Были там инкогнито. И работали под крышей аппарата экономического советника. И в первые же где-то дни к нам пришел офицер генштаба, предложил список характерных для той зоны имен, фамилий испанских. И мы получили вот такие ксивы, где написано. Я выбрал себе имя Родригес, Хинара Родригес. Имеет право, если ограничить ход, не шапка, да, и что имеет право сходить туда с пистолетом. Всего за время войны в Никарагуа побывало около 700 советских военнослужащих. Они помогали осваивать боевую технику, которая поставлялась из СССР через Кубу, были советниками при штабах и частях революционной армии. В самом начале нашего пребывания нас пригласили на небольшой прием военные местные. И наш шеф-генерал говорит, ну что ж, давайте представимся нашим вечным лейблом русским, водкой, кто там есть, привезли, ну возьмем по бутылке. Когда мы пришли, увидели, что все столы уставлены столичной водкой. Нас привело это, конечно, в удивление большое. Когда пошел узнать, значит, я бы сказал, так, когда мы захватили бункер Сомосы, то в одном подвале нашли полный подвал с ящиками, бутылками с столичной водкой. А говорю, откуда? Что Сомоса торговался? Нет. У него была одна статья по торговле. Он покупал в России для личных нужд столичную водку, столичную. Однако Советский Союз оказывал молодой республике далеко не только военную помощь. Поставки из СССР составляли от 70 до 100% потребностей страны в нефти, потребительских товарах, сырье и материалах. В Никарагуа трудились десятки советских гражданских специалистов. А в городе Чинандега на северо-западном побережье был развернут целый военный госпиталь, о котором местные жители до сих пор сохраняют добрую память. Госпиталь был 106 человек, 50 женщин. И остальные мужчины, 16 человек солдат. Мы были гражданским госпиталем, считались по всем отчетам. Хотя голос Америки на второй день передал, что прибыл советский военный госпиталь. И начальником госпиталя полковник медслужбы Ковань. Охраняли нас полицейские. Я им палатку поставил, лагерную. Ну, он обходил, смотрел. А потом один раз он уснул, я в него автомат забрал. И этому начальнику полиции отдал. Он его взял, посадил на 30 суток. Сразу в тюрьму. Немножко подтянули, а то, ну, стреляли тут, часто стреляли. Но была вторая полоса обороны нас. Женщины-кубинки. Там кубинский батальон стоял. Ну, вы знаете, они настолько голодные, кубинцы все, неухоженные. Они нуждаются в медицинской помощи все. Буквально, их хоть всех ложим в госпиталь на соцлечении. Но мы их лечили амбулаторно. И то приезжала их комиссар, женщина, с палкой и гнала их. Удивляться было нечему. В стране шла война.
Война настоящая, не понарошку. Сандинистам постоянно приходилось отражать атаки контрреволюционеров, контрас, которых направляли, щедро финансировали и вооружали американцы. Война обескровливала и без того разоренную экономику страны. Правительству приходилось тратить на военные нужды до половины бюджета, а урон от действий контрас был равен 40% всех доходов от никарагуанского экспорта. В условиях войны, повсеместных лишений и разрухи советский госпиталь, наверное, казался никарагуанцам неким оазисом спокойствия и благополучия. Здесь могли не только оказать необходимую медицинскую помощь, но и при случае налить тарелку супа. Они, конечно, благодарны были нам, что мы такую бесплатную помощь оказывали. Ведь в этих у местных там рентген сделать, вот предплечье, $120. А у нас бесплатно. Лекарства у них там тоже, укол делать тоже доллары, а у нас бесплатно. Конечно, они к нам шли, очень шли, хорошо шли. Это был госпиталь, в общем-то, для простолюдинов. Вот, и зачастую приезжали совершенно из далеких, очень дальних провинций. Шли именно к врачам из Союза. Местные люди, вот, которые к нам на прием приходили, они, как только солнышко взошло, они уже стоят возле палаток, где должны прием вести. К нам они очень стремились попасть на лечение. Работа в Никарагуа давалась советским медикам нелегко. В первый же месяц на страшной жаре они худели на 10-15 килограммов, мучились от малярии и лихорадки денге. Но, несмотря ни на что, исполняли свой врачебный долг, понимая, что многим никарагуанцам просто не к кому больше обратиться за помощью. Ведь один только рентгеновский снимок стоил в частной клинике немыслимую для большинства сумму в $120. А в советском госпитале все, включая лекарства, было бесплатным. Впрочем, попасть в наш госпиталь стремились не только простые никарагуанцы. Жара страшная. Люди за месяц потеряли от 10 килограммов веса до 15. Буквально через дней 10-15 стали люди болеть малярией. Потом присоединилась лихорадка денге. Рвота, понос, большая температура, обезвоживание. Ну и она, правда, недолго, так 5-7 дней. А после этого уже подкармливали. Ну, а подкармливать то, что мы привезли с собой. Ведь у нас все продовольствие было из Советского Союза. Это консервы, сухая картошка, сухая морковка, капуста, лук, сухое все. За питание где-то 100-110 долларов каждый месяц удерживали. Мы сами себе готовим, так? И еще и мы платим за приготовление пищи. Все члены правительства, и Даниэль Ортега, и все побывали в госпитале. И все просились в баню. И после бани борща просили. Ну, вот, например, когда приезжал этот министр внутренних дел Томас Борхе, он приехал, стал ходить смотреть. И говорит, а почему госпиталь называют его Советский госпиталь Красного Креста? Говорит, Советско-Никарагуанской дружбы имени Чапаева. И тут же из его компании там кто-то написал это и прилепили. За воротами госпиталя тем временем продолжала бушевать война.
Правда, в основном она велась в глухих горных и лесных районах на границе с Гондурасом. У сандинистов поначалу даже не было регулярной армии, и атаки «Контрас» отражали отряды резервистов. Однако в 1984 году власти были вынуждены принять закон о патриотической военной службе. Это позволило поднять уровень боевой подготовки призываемой молодежи и сформировать новые батальоны, которые стали наносить «Контрас» сокрушительные удары. Через 3-4 дня командный состав госпиталя вооружили. У меня был пистолет ТТ, наш Тульский Токарев, и израильский автомат «Галиль». Нам говорили, что где-то там еще вот в горных районах существует банда «Контрас», что возможны какие-то вылазки, возможны какие-то провокации. Мы этого не чувствовали. Мы были ближе к границе с Гондурасом. Вот, естественно, военные действия там какие-то велись. Огнестрельные ранения к нам поступали. Не так много, но они были. Жестокости и продажности «Контрас» противостоят выдержка и хладнокровие, вера в лучшее завтра защитников и строителей новой Никарагуа. Политика США была направлена не только против сандинистского правительства, но и против простого народа, порождала еще большее разорение и нищету. Соединенные Штаты ввели эмбарго на импорт никарагуанских товаров, оказывали всестороннюю помощь отрядам «Контрас». Но они финансировали эту войну не ради победы «Контрас», а ради того, чтобы обескровить страну. И их совершенно не волновало, сколько людей погибает с обеих сторон. Конечно, у американских стратегов мокро под мышками было, когда там победила такая революция, которая потянулась к Советскому Союзу. Ну, вот тут уж дальше вообще страх охватил их, и они начали громоздить какие-то кошмарные схемы, вот как прилетят бомбардировщики наши, и как они с никарагуанских аэродромов будут потом взлетать и бомбить Соединенные Штаты. Вся машина пропагандистская Белого дома и силовых ведомств штатских направлялось на то, что вот вторжение возможно. И вот этой обманкой, что вот вторгнутся они, потому что там ЦРУшники из Пентагона давно посчитали, что при таком ландшафте, что это не Гренада, что туда вторгаться, это страна, созданная для герильи. Потому что вот эти горы, все это может быть годами. Тогда еще синдром вьетнамский был в памяти, об этом они не думали. Но они заставили сандинистов заглотнуть вот эту идею, что будет вторжение. И también la Guerra Fría, y como decía... Это были годы холодной войны. И Никарагуа превратилась в военный полигон, на который Соединенные Штаты и Советский Союз направляли свое оружие. А уделом нашей страны было лишь поставлять пушечное мясо. Такое положение не могло не породить глубокое недовольство народа. Главный застрельщик антисандинистской кампании, президент Рейган, так говорил о крохотной, измученной войной стране. «Я считаю, что действия правительства Никарагуа создают прямую и из ряда вон выходящую угрозу для национальной безопасности США». Война всегда бедствие. Гражданская война – бедствие вдвойне. Сандинистской армии удалось нанести поражение «Контрас». Теперь они уже не представляют сколь-либо значительной военной силы. Того революционного подъема, которому нас готовили инструктажи здесь, в Москве, уже не было. Люди относились к революции уже более сдержанно. То есть людей больше беспокоили уже не идеи сандинизма как такового, а возможность устройства жизни – и создание условий оптимальных для жизни.
Война и вызванная ею разруха, экономическая блокада со стороны США, огромный внешний долг и отказ западными странами в кредитах окончательно подрывали никарагуанскую экономику. Посевные площади сокращались, крестьяне бежали в города, экспорт постоянно сокращался, а жизненный уровень неуклонно падал. Отчаянные попытки сандинистов как-то переломить ситуацию к лучшему успеха не приносили. Они не могли дать народу того, что они обещали. И они это понимали, и народ это понимал. И жить в изоляции, в условиях совершенно ослабевшего уже, дышавшего на ладан Советского Союза, жить в изоляции в мире, конечно, было невозможно. Eso es la parte militar, en la parte política fue de que сандинисты провозгласили демократию. Но при них другие партии не имели никакой возможности принимать участие в политической жизни страны. Сандинисты провозгласили свободу слова, однако на деле они ввели строжайшую цензуру, даже еще более жесткую, чем существовала при режиме Сомосы. А в экономическом плане при сандинистах произошло еще большее обнищание народа. Дошло до того, что они установили далеко не радующий мировой рекорд в области инфляции. Только за год она составила 36 000%. Конечно, у них недостатков было много. Они очень жестко повели себя в отношениях с духовенством католическим, не учитывая, что все-таки подавляющее большинство населения религиозные, фанатики, иногда даже фанатики, католики. И поэтому не надо было открывать этот фронт борьбы. Конечно, никакие аграрные реформы социалистического типа в Никарагуа проводить было нельзя. К этому люди не готовы. Имея разруху в стране, бездну людей под ружьем, и никакого потенциала, потому что для выхода из этого чудовищного экономического кризиса они вынуждены уже идти на эти самые выборы. То, что сандинисты продержались еще в результате своей победы и опираясь на симпатии народа еще, так сказать, десятилетия целые, и потом все-таки не стали прибегать ни к каким жестким мерам, а пошли на демократизацию режима, провели выборы и сдали власть вот новым, уже, так сказать, победившим политическим деятелям, я считаю их большущей исторической заслугой. Постепенно оппозиционные силы начинают объединяться. В качестве флажка и лидера берется Виолетта Чамора, вдова убиенного Сомосой, популярного независимого журналиста. И потом начинаются выборы. И вот на этих выборах это насколько просто никарагуанское население более было подготовлено к восприятию демократических процедур. Они терпят поражение. И вот в связи с этим забавный момент, это уже не касается нас и нашей роли, а поведение этих самых революционеров после поражения. Первое, что они делают, они все, что можно, из президентского дворца, из администрации, все, тогда еще не было компьютеров, там ни одной пишущей машинки даже не оставили. То есть голые стены, покрали все. То есть Виолетта явилась в пустое здание. Народ проголосовал, так сказать, за, ну, скажем так, за реставрацию буржуазно-демократических порядков, которые позволяли им заново открыться в Латинской Америке. Вот. Ну и хорошо, что сандинисты не пошли по пути конфронтации, а пошли наоборот по пути того, что прекратить эту распри. И провели, по-моему, очень великолепное какое-то символическое действие. Собрали оружие как с той стороны, так и с другой стороны, у контрас и у сандинистов. И выкопали бульдозерами огромную яму, высыпали все оружие туда и закопали.
как братская могила той ненависти, которая разделила нацию пополам и унесла столько жизней. По-моему, это было правильное, великолепное решение. Сандинисты сумели одержать верх в гражданской войне, но полностью проиграли экономическую битву. Это и стало главной причиной того, что в феврале 90-го года, когда в Никарагуа были проведены свободные демократические выборы, на них победила оппозиция. Новым президентом страны стала Виолетта Чаморро, вдова убитого еще при режиме Сомосы Педро Чаморро, популярного в народе и влиятельного редактора газеты «Пренса». Сандинисты на выборах получили 40% голосов. Это было поражением, но не разгромом. И по сей день они имеют немало мест в парламенте, остаются одной из самых влиятельных сил в стране и участвуют в выработке ее будущего наравне с другими партиями и движениями. Thank you.